Всем привет! Меня зовут Лиля. Сегодня я снимаю видео, как сделать игрушку зайца. Итак, распечатанную деталь прикладываем к окнам. Берем бумагу, обычную белую для рисования. Прикладываем бумагой к деталям для зайца и ободи нарисуем простым карандашом на бумаге. Нарисую всю деталь для зайца на бумаге простым карандашом. Простым карандашом делаю всегда обязательно припуски на деталь для зайца. Вырезаю всю деталь для зайца ножницами. Теперь разрушу выкройку на ткани, приклоним ее иголочками и добавим по 5 мм на припуски. Прикладем вырезанную деталь для зайца из бумаги ткани и фиксируем при помощи булавки, чтобы не съехала. Обводим всю деталь для зайца простым карандашом. Делаем припуски простым карандашом, намечаем деталь для зайца. Намечаем место простым карандашом на деталь для зайца отдельный шит, который мы будем наполнять синтепоном. Нарисуем припуски на всю деталь для зайца. А потом при помощи ниткой с иголкой или при помощи швейной машинки сшиваем детали зайца. Вот это место, длинный шит, который я намечала простым карандашом, вот этот не шьем. Этот мы наполняем синтепоном. Так, шьем всю деталь зайца. Так, ножницами вырезаем, наворачиваем на яйцо все детали зайца. Потом берем синтепон, наполняем всю деталь синтепоном до конца, полностью. И после этого шьем дырку при помощи ниткой с иголкой. Я уже дошила все запчасти твоего зайца. Я дошила сама ноги, руки, тело, хвост и уши. Глаза. Мы дошиваем этого зайца все детали в следующий раз. И вот почти все готово. Детали зайца сшиты. И наполнен синтепоном. Теперь собираем его, пришим в голову. Кто бы еще это сделать, не сложно. Главное не уколоться. Ставим наши все детали. И теперь прошиваем голову. Тут хвостик дошиты, ушки дошиты. И начинаем дошивать. Раз, клавим голову. Клавим голову. Это... Это не трудно, дошиваем. Прошиваем при помощи большой иголкой с ниткой голову зайца, уши зайца, хвостик зайца, ножки зайца и ручки зайца. Его приклеиваем глаза, нос и глаз. Приклеиваем к его пистолету в следующий раз. Тогда начнем дошивать голову дальше. Только не трудно, ничего страшного. Все, глаза уже голову готово. Начала резать ниточку. Теперь дальше дошиваем лапы, ноги и руки. Начинаем. Мама дошивает лапы второе и первое. Пошиваем пуговицами, потому что я не получается. Все остальное мама дошивает. Помогает немножко. И помогает. Мама дошила, помогла мне дошила ножку, двигающуюся на пуговицах, чтобы так сидел и стоит, и как будто пуговицы дошита вот это, левой и правой.
А с другой стороны то же самое дошилось. Как будто сидеть. Стоит, но там и сидит там. И по ней дошиваем первую и вторую руки, двигающиеся. Научила дошивать первую и вторую ручку этого зайца. Сейчас мама дошивает. И берем пуговицу. Так, одеваем. И одеваем. И дальше прошиваем. Угу. Прости. Правильно. И вторую. С другой стороны. Заготово осталось приклеить нос и глаза. Уже готовые. Эти детали мы приклеим к лицу этого глаза. Зайца. Вот это, пожалуй, все. Зайчик, потерпитесь. Сейчас приклеиваем нос и глаза. Этим клипопистолетом. Я работаю бицепсом. Так. Пока клеение остыло. Обрабатываем бисолитиком. Нос начал приклеить. У меня хорошо склеится. А теперь глазами. Теперь заниматься глазками. И приклеим вторую глаза. И первую. У меня в какой-то ситуации у меня получилась такая вот зайчик. Я тебе приклеила нос, глаза. Мама все дошили уши. Голова дошили. У меня никак не получилось, но дошила мама. Пуговицы дошили лапы и руки. Так что аж руки очень двигаются, потому что. И ноги тоже надо двигаться. Она как будто сидит так. И стоят там. А вот мама сзади дошила хвостик. Вот что же мне получается этот зайчик. Чтобы не пропустить эти видео мастер-классы, я оставил под это видео. Всем пока. До свидания. Но подумал, что зайцу не хватает рот. Дошиваем красной ниткой. Единственную. Без рота не может быть говорить. Единственный ротик дошиваем, чтобы не было дырочки. С этой пролезающими эти ниточками и дошиваем до этого. Так что и так получается ротик. Ротик готов. И это тоже надо, и не знаю, ну, лучше не дошивать или дошивать. Такой у меня получилось плотик с этого видео. И отрезаем. Зотика некрасиво, красивый рот у меня получилось. Это видео мы будем подписываться на новый канал. Всем приятного просмотра. Пока! Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на новый канал. Всем удачи. Пока.